Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня неожиданно, в субботу, канал Максимадзе и Angry Birds Season. Дело в том, что сегодня 10 февраля, китайский Новый год, и, собственно говоря, в честь этого знаменательного события я буду играть в Angry Birds Season эпизод Year of Dragon, потому что он выходил как раз таки в честь этого праздника, китайского Нового года. Тем более, кстати говоря, Year of Dragon, 2024 год является годом дракона, поэтому все замечательно, давайте играть. Здесь всего 15 уровней и плюс еще 2 бонусных, один из которых мы посмотрим. Так, тут у нас один из интересных предметов имеется, это вот такие вот ракеты. Но лучше бы их немножко как-то пониже попасть, лучше вот так. Жаль, не попали туда, куда бы я хотел. Давайте постараемся всех убить. И, может быть, тогда лучше сюда стрелим. От этих ракет толку не так много, если честно. Вот от этих наверху, а вот от этих, может быть, больше. Хотя тоже не очень, по-моему. Ну, или мне так кажется, во всяком случае. Так, короче говоря, стреляем теперь вот сюда. Эх, чуть-чуть не попал. Вот, замечательно. Также здесь, в этом эпизоде, вместо могучего орла у нас тут свой бонус. Могучий дракон. Кидаем красную рыбку. Вот так вот действует наш могучий дракон. Поехали на следующий уровень. Итак, будем его использовать только в крайней необходимости, и то я очень не уверен, что точно понадобится. Хотя, поскольку это единственный эпизод, в котором есть такой дракон, то можно будет пару разликов, наверное, использовать. Но только если реально будет сложно. Так, звук отстает, конечно, немного. Это не проблема записи, это так игра, к сожалению, работает в эмуляторе. Ничего не можем мы с этим поделать. Ну, не сказать, чтобы это прям сильно критично, но неприятно. Так, второй уровень уже сложный, я смотрю. Ну-ка, давайте в другое место стрельнем. Нет, не вот так. Чуть-чуть ниже. Вот так. Эх, жаль, один остался. Но ничего, сейчас всех перебьем, блин. О, а может вот так стрельнуть? Ну, надо было... Не очень четко попал. Но это правильный, по-моему, путь сейчас был. Ну, что-то сила какая-то слабенькая была. Я, наверное... Баблса лучше вот так пускать. И даже не вот так, наверное... Опа. Даже вот так лучше чуть-чуть дальше, чтобы он попал. Опа. Так-то лучше. Нет. Фиговая была идея. Thank you.
Вот так, отлично, прошли уровень. Так, теперь третий уровень. Тут у нас уже в виде дворцов вот таких вот китайских. Сделанные вот эти вот строения. На последнем, финальном, по-моему, уровне находится золотое яйцо, которое мы обязательно добудем. Ну, во всяком случае, постараемся добыть. По-любому добудем, как же мы можем... Не получив золотых яиц, пройти это, сделать выпуск. Вот, вот на 3 звезды, конечно, мы все не пройдем. Но да ладно. Яйца получить поважнее. Потому что на 3 звезды пройти это слишком сложная задача. Слишком много времени займет. Так, нет, немножко по-другому. Надо было интернет выключить, а то тут реклама показывается. Хорошо, что реклама хотя бы не появляется в виде видео. Отлично, отлично. Так. Вот Чак, конечно, со стеклом или льдом, не знаю. Со стеклом, наверное, справляется не очень как-то. Хорошо. Для него самое характерное это дерево. Отличненько. Так, теперь вниз стрельнем. Динамит. Так, теперь наверх, вот сюда. Замечательно. Все как по маслу вроде идет. 7-й уровень уже. А что оно само разрушаться-то начало? Это ненормально. Говностроение, значит, у свиней только здесь на уровне, раз они сами начали ломаться. Редко очень такое увидишь, когда строения сами ломаются. А такого, потому что такого быть не должно на самом-то деле. Так, ну попасть сразу в этих, этого и в этих не получится, скорее всего. Так что по-другому стрельнем. Вот так, например. И все-таки, наверное, сюда лучше стрелять изначально. Отличненько, вот это было хорошо. Так, теперь. Так, стреляем. И они все свиньки-то сдохли.
Не, сразу во всех попасть вряд ли получится. Может, надо ниже немного стрелять. Но не настолько ниже, правда, надо еще чуть-чуть выше. О, вот так. Отлично. Три звездочки, замечательно. Какой уровень, кстати, уже 10-й. Осталось уже не так много. Всего 6 уровней, и это ты еще 5. Так, ну тут много стекла, которые загораживают другие объекты, мешающие сильно. Это, кстати, не настоящая свинья была, это просто макет был. Потому что 5000 очков мы не получили за уничтожение. Значит, это не свинья. Просто типа артефакт такого небольшого. Да что ж ты будешь делать? Во, прогресс пошел какой-то. Так, отлично. Так. Так. Надеюсь, дело пойдет хорошо. Попасть надо в тот динамит, и все будет офигенно. Не попали, к сожалению. Так что офигенно не вышло у нас. Давайте в другое место стрельнем, наверное. Может, например, в динамит. Немножко не попало, давайте еще раз. Да что ж такое? Ну как такое могло быть вообще? Так, еще одна попытка. Да что ж такое? Так, ладно, давайте запустим дракона.
Что-то сложно немного тут. На, отлично, еще и соточку. Так, какой уровень уже? 12-й? Угу. Так, 13 уровень. Чак не очень-то подходит для этого материала, для того, чтобы стекла разбивать. Ну, а синяя троица тоже имеется. Так, попадаем в стекло. Еще раз попадаем. Вот что-то не очень хорошо получилось сейчас, что все удержалось. И нифига не получилось, давайте еще раз. Не, надо именно в эту, в этот желтый кусочек попасть. Вот так, отлично. Так. Динти. И последний удар. Да, я думаю, легко сейчас будет все. Так, ну и заключительный уровень, в котором есть золотое яйцо. Оно находится здесь, и попасть в него будет непросто. Очень даже, я бы сказал, непросто. Нужно сделать отскок отсюда. Немножко не туда я стрельнул. Это изменение физики в игре еще может значительно повлиять на это. Давайте, ладно, давайте честным способом. Будет очень нелегко это сделать. Давайте вот так сделаем. Так, ну и наконец пройдем уровень сам. Отличненько, отличненько. Прошли этот эпизод. И давайте еще бонусный уровень пройдем. Что у нас в этом бонусном уровне? Все просто, надо уничтожить вот эту свинью, потом начнется цепная реакция. Активируется механизм, поднимаются вот такие вот разводные мосты, которые, из-за которых все разрушается и падает.
Интересный, прикольный уровень. Люблю уровни с цепными реакциями. Чё так пропал звук ненадолго? В общем, дорогие друзья, такой вот был эпизод Year of Dragon. Китайский, посвящен китайскому Новому году, который у нас как раз таки сегодня. И, собственно говоря, на сегодня все. С вас и господи писосы, с меня эпичные видосы. А, кстати говоря, забыл сказать. По-моему, я когда играл в Angry Birds Chrome, браузерная версия, которую я, кстати, тоже проходил на канале с помощью, правда, танцев с бубнами, потому что версия официально закрыта, но в нее поиграть можно. Короче говоря, когда она еще была доступна, были какие-то слухи, где-то я слышал, что должен был, что в Angry Birds Chrome должен был появиться эпизод Year of Dragon, но этого так и не произошло. Либо действительно планировали, но отменили, либо это какие-то ложные слухи просто были. В общем, еще раз, на сегодня все. С вас, господи, писосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал, ссылочка в описании, и на группу ВКонтакте. Всем пока!